на каналах НБК Саха и каналах Саха-24. Затанцевались, да? Немножечко мы затанцевались, даже забыли о том, что мы работаем в прямом эфире. Вы смотрите «Город женщин». Программа для женщин и не только для них, но также для мужчин, возможно, да? Итак, сегодня в «Городе женщин» я, Дарья Анкехова, и моя соведущая Мария Куницкая. Ну а начинаем мы немножечко нестандартно, неспроста. Ведь тема нашего эфира сегодня... Девушки и вообще жизнь с комплексами. То есть даже женщины, которым нужны, не нужны комплексы. Да, а мы с тобой, в свою очередь, девушки без комплексов. Начинаем? Поехали! Тема женских комплексов актуальна во все времена. Практически невозможно представить ни одну женщину, которая уверена была бы в себе на все 100%. Ведь в любом случае всегда девушка найдет во своей внешности, в своем характере какой-то небольшой минус, да, какой-то небольшой. И он везде, в любом случае, будет преследовать ее. Причем женщины, в отличие от мужчин, Машенька, зачастую не желают мириться со своими комплексами. Именно сегодня мы поговорим об этом. Вот что же такое комплекс и как с ним бороться? Ну, мы-то с тобой наплясались, да? Да, отвели душу. А? Отвели душу. Отвели душу. Ты у нас-то вообще мастер на все руки. Мне кажется, комплекс и Мария Куницкая – это вообще две параллельные вещи, да? Машенька, ну, у меня есть вопрос к тебе. Вот были ли у тебя в детстве комплексы? Даша, ну, как ты уже сказала, комплексы есть у всех. И хотя мы с тобой до эфира говорили, ты мне не поверила, я до 7 класса, до 8 класса была очень маленького роста. У меня была короткая стрижка и очень низкий голос. И все меня называли мальчиком. То есть у тебя был комплекс, у меня был комплекс неполноценности, роста. Да? Не то, что неполноценности, но я комплексовала, что я даже говорила, я не мальчик, я девочка. Если мне говорили. А я, в свою очередь, у меня всю жизнь был комплекс маленького роста. Ну, действительно, я небольшого роста, и порой, да, ну, я стеснялась этого. Я все время носила большие шпильки и так далее. Мне было все время не по себе. Маш, ну, знаешь, повзрослев, этот комплекс для меня стал, наоборот, изюминкой. Ведь я соглашаюсь с мнением о том, что маленькие девушки созданы для любви. А еще есть маленькая женщина до старости щенок. Нет, 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 это не про меня, про меня первое. Итак, Машенька, а вот говоря если о комплексах, да, но это все-таки больше тема для психолога, да. Мы же с тобой просто эксперты в другом плане, да, ты человек творческий у нас. Вот как творчество, да, может вообще способствовать раскрепощению девушки и вот как можно избавиться от каких-то комплексов благодаря творчеству? Мне вообще кажется на самом деле, что комплексы навязываются. Навязываются нам окружающими, какими-то стандартами. И если вы очень зависимый человек от общества, от его мнения, конечно, комплексы вас будут преследовать. А творчество помогает быть независимым от чужого мнения. Потому что когда вы творите, вы прежде всего воплощаете свои идеи. Вы не обращаете внимания на чужое мнение. Вы как бы следуете ему, ну, прислушиваетесь, но не зависите от него. Ну, Машенька, кстати, вот об этом Анастасия? Творчестве мы поговорим прямо сейчас, ведь у нас впереди. Да, это все впереди, но мы забыли про нашу ведущую Анастасию. Действительно, дорогие телезрители, если вы следите за нашими эфирами, возможно, вы заметили, что с нами сегодня не хватает нашей третьей, любимой, дорогой соведущей, косметолога Анастасии Крыловой. Дело в том, что она у нас приболела, мы от «Города женщин» желаем ей скорейшего выздоровления. И возвращайся к нам на следующий эфир, мы тебя ждем, и твои советы по косметологии нам просто необходимы. Ну и раз уж мы заговорили с нашей творческой Марией, Машенька, я, наверное, пойду к тебе и буду помогать да, тебе. Да, раз сегодня нас мало. Нас сегодня мало, мы с тобой вдвоем. Итак, Машенька, что сегодня, чем ты нас порадуешь и наших телезрителей? Что мы творим? Я уже начала. Я сегодня буду делать сумку, которая называется «Без комплексов». Выглядит она будет вот так. Сумка без комплексов. Сумка гигантского размера. То есть маленького человека она вообще в себе скроет. Большого человека сделает видимым. Вообще, сумка без комплексов, это, может быть, даже где-то защита будет. Укрыться, скрыть себя, где-то какие-то лишности или не лишности. Ну, тогда давай озвучим, что нам для этого потребуется. Ну, вот дорогие телезрители, записываем, что необходимо для того, чтобы изготовить сумку без комплексов. Ну, сначала, конечно же, нужно прежде всего сделать выкройку. И нужно будет построить прямоугольник. Прямоугольник немножко скошенный. Стороны у него будут неравные, 62 на самая большая сторона на 54. И выстраивать будем сумку по диагоналям.
Первая диагональ у нас будет 74. Стоим, строим крестик 74 сантиметра и 80 сантиметров. Принципиально важна эта именно Нет, форма. Можно еще больше сделать, можно меньше. Но она немножечко неправильной формы будет. Вот такая, как трапеция. То есть, по сути, можно сделать так, тяп-ляп, грубо говоря. Ну, тяп-ляп нежелательно. Лучше всем, во всем соблюдать аккуратно. Хорошо. Ну, отлично. Делаем вот примерно такую форму. Да, вот мы вырезали 75 на 80. И теперь вырезаем уже на ткани, расчерчив немножечко. Все, вот у нас готово. А что за ткань-то у нас, Маша? Ткань у нас похожа на ладен. Есть такая новая ткань. Не лоден, а ладен. Это синтетический материал. Он не осыпается при обработке, потому что... Покажи. Вот внутри, а внутри он еще с флизом. А, то есть она еще и будет у нас такая функция выполнять... Да, кстати, от наших спонсоров магазин Якутерье. Он продается именно там. Угу. То есть отлично, вырезаем. А я бы вот, ну, говоря уже о теме комплексов, да, вот готовясь к этому эфиру, я прочла такую статистику небольшую, нашла, да, что из 100 девушек только 20% довольны своей внешностью. И вот действительно, комплекс вот именно по поводу внешности, да, мне кажется, это один из самых актуальных. Мне кажется, это самый большой, потому что, ну, вот в природе даже... Мужчины, что они так красивые, они сильные, они, так сказать, вызывающие бывают красивые. А женщина, во-первых, она должна как-то себя все время подструнивать. Допустим, вот птички. Самец же обычно такой яренький, а самочки серенькие. Они всегда должны заботиться о своей внешности, чтобы хоть немножечко быть ярче самцов. Действительно. Ну вот, и, а также я даже узнала один из таких комплексов. Комплекс послеродовой есть. Представляешь, Маша? Ой, да, это, конечно, тяжело. Встречалась ли ты с таким комплексом? Ну, многих же он проходит, допустим, я вот думаю, что это все-таки надо немножко подождать и какие-то упражнения все равно, конечно, делать, потому что психологически там разгрузка должна быть. Это, конечно, мне кажется, сейчас в 21 веке обязательно, да, если вот ты чувствуешь себя немножечко дискомфортно, да, морально, будь то внешность, будь то твой характер, мне кажется, сейчас очень популярно стало обращаться именно к психологам с такими проблемами, да? Да вот, там... А ты как? Ты, видимо, переросла свой комплекс, да? Ну и, конечно, переросла. Ты меня не видишь, что ли? Я была комплекс маленького человека. То есть у тебя был комплекс примерно до какого возраста? Ну, 8 класс. И меня очень... Я была всегда очень, так сказать, выделялась своими какими-то новыми идеями. Поэтому всегда я была на виду. И очень много обзывательств мне придумывали. И что только мне не говорили вслед, когда я шла. Поэтому у меня был комплекс, на самом деле, общества. Есть такой комплекс. Знаешь, я боялась общества. Еще очень часто девушки сталкиваются с такими комплексами, как «я некрасива», «я стара». Значит, это же уже не касается внешности, это уже какое-то вот эмоциональное состояние девушки. Как ты думаешь, что в этом случае необходимо делать? Да, некрасивых женщин не бывает. Бывает... Либо мало косметики, либо плохое отношение их к любимым мужчинам, допустим. Мне кажется, очень многие комплексы можно избежать, если близкие люди помогают. Допустим, словом, советом, любовью. Любовь же очень многие, так сказать, погрешности в личности нивелирует. Хорошо. Возвращаясь к нашей прекрасной сумке без комплексов, как назвала ее наша Мария Куницкая. Итак, что мы делаем дальше? Ну, мы вырезали форму. Ну, мы вырезали основу. Теперь у нас нужен будет внутри подклад. Будет он вот такой вот позитивный. Очень. Это что за материал? Это материал плащевка. Тоже, чтобы внутри... Я очень люблю сумки, кстати, которые можно привести в порядок. То есть выстирать или что-то с ними, так сказать, оттереть пятнышко. Кожа, конечно, хорошо, но я не могу сказать, что я гринписовец, но как бы кожаные сумки для меня иногда под вопросом. То есть, сколько животных убили? Да, вот это просто для красоты. Да, это для красоты, абсолютно. А вот то, что оно опять утепленное, это имеет значение это или нет? Это создает дополнительную плотность и жесткость для сумки. Угу. Чтобы не дублировать никакими клеящими материалами, мы вот берем именно такие плотные материалы, чтобы создавать форму сумки. Отлично. Ну, ты приступаешь далее, да? Да, я вот хотела тебя про комплексы спросить. А представь, у человека вот такой голос. Представляешь, какой у него комплекс? Он даже заговорить ни с кем не может. Вот как ты в такой ситуации поступишь, если бы тебя такой Нет, ну, был? У меня бывает комплекс, да, в плане вот, ну, специфики моей работы. Бывает такое, что и голос пропадает, да. Ну, конечно, вот такой голос, как... А представляешь, у мужчины такой голос. Ну, вот такой вот голос у мужчины. Ну что, придется с этим жить как-то, наверное, может, да? Да, так что...
Это главное правило. С комплексами надо жить. И уметь, уметь с ними бороться. А также, наверное, преодолевать их. Да. И, возможно, наверное, не все комплексы всегда являются комплексами. Правильно же говорят, комплексы, товарищи, у нас только в голове. Поэтому, наверное, в большинстве случаев с ними можно справиться, поговорив с грамотным человеком. Или просто, может быть, встретив на пути грамотного человека, который скажет, что это вовсе не проблема. Да, Маш? Абсолютно. Да, больше того, просто разговаривать почаще с людьми. У нас так мало времени сейчас на разговоры, мы все сидим в телефонах, в смартфонах, в планшетах, мы не поднимаем голову иной раз, и тем не менее все равно страдаем комплексами. Это какой-то парадокс нашего времени, комплексы. Маша, ну смотри, Какие-то ручки подрезку делает Мария. Подрезку делаем, чтобы при отстрачивании вывернуть ручки. И у нас были двойные ручки. У нас будет отгибаться вот так вот сумка, и там будет точно такой же материал. То есть мы дублируем немножечко. Здесь вот сейчас. Это последнее. Ты прям все так ловко делаешь. Нужно ли быть вот прям как-то вот мастером на все руки, чтобы смастерить это все? Или все-таки нет, кстати говоря, вот я почему выбираю такие вот несложные, технологически несложные вещи для передачи? Потому что это сделать может любой человек. Говорят многие, ой, у меня руки не из того места растут. На самом деле нет. Если сделать выкройку и просто быть, может быть, не так... Ну, я просто быстро делаю, у меня есть навык. Быть более медлительным, там, как-то все аккуратнее делать, то это обязательно получится. Да? Вообще надо просто верить в себя. И вообще пытаться что-то делать своими руками, потому что, когда вы видите готовую вещь своими руками, у вас тоже самооценка повышается. Маш, а скажи, пожалуйста, где найти-то, вот если позже, где мне найти, вот как... Как позже? Да, как сделать эту сумочку в домашних условиях? Ну вот сейчас не успеют телезрители. В интернете можно найти такие сумки. Есть они в достаточном количестве. Ну и потом смотрите нашу передачу. Повтор, пожалуйста. Пожалуйста. При повторе. Итак, ну что... Мы продолжим нашу интересную беседу. Впереди у нас очень интересные гости, которые расскажут о своих комплексах и о том, как они их победили. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами. Ну а Машенька пока продолжает изготавливать сумку без комплексов. И в конце программы мы обязательно узнаем результаты. Телезрители, если вы только присоединились к нам, напоминаем о том, что в прямом эфире вы смотрите программу «Город женщин». И сейчас самое время перейти к нашей постоянной рубрике. Рубрике «Love Story». И сегодня мы побываем в гостях у одной из самых популярных и, наверное, таких образцово-показательных семей, где хозяйка семьи точно не знает, что такое женские комплексы. Ведь она самая счастливая мать, она любимая супруга, а также она востребованная и любимая многими жителями республики артистка. Внимание на экран. Сегодня мы в гостях у одной из самых красивых пар Якутии, у музыканта Владимира Боярского и у певицы Надины Эльпис. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились? Я вышла на Владимира в интернете ВКонтакте, написала ему, что мне очень интересно было бы поработать, сотрудничать вместе в плане создания новой песни. Естественно, он мне сразу понравился, но просто я как бы не выдавала своих эмоций, да, как бы отношения. Само собой, в общем, все получилось. Конечно, я очень волновался, ответственно к этому подходил. А кто из вас все-таки главный в семье? Все... уравновешено, да, то есть гармонично. Такого доминирования какого-то такого нет. Угу. А вот как два таких творческих человека уживаются вместе? Мы друг друга понимаем, уживаемся, и наоборот даже, я бы сказала, легче, потому что мы вместе решаем наши проблемы творческие, которые как бы возникают на пути. А вот скажите, а почему в ваших клипах не снимается ваш муж? Нет, у нас на самом деле есть совместный видеоклип уже. Если я начну выносить каждый раз свою жизнь личную на камеру, это станет как-то банально, это неинтересно. Вот скажите, в чем, по-вашему, секрет настоящей любви? Внимание. И всегда делать какие-то маленькие такие сюрпризы, даже из мелочей. Я знаю, как бывает вообще это отношения и так далее. У меня и были, да, Владимир, как бы отношения. Просто
Самый настоящий секрет, на самом деле, это взаимопонимание. Как вам удалось снова поверить в любовь и открыть свое сердце? Я отходила сознательно от своих первых отношений. Я просто сознательно думала, что нет, ничего все-таки не получится. А Владимир пришел в тот момент, именно в переходный, когда у меня было такое опустошение, какое-то такое, неужели я буду одна, и это будет всегда у меня так. Mm-hmm. Вот. И мы как бы нашли друг друга в этом плане. А вот расскажите, а какие у вас семейные традиции? Новый год вместе справляются, да, все день это, рождения, да, как у всех. Летом в деревню к бабушке ездить, угу, на природу, ну как обычно. А, да, ну еще и отдыхать вместе. Который год вылетаем в какой-нибудь город России и обязательно пригоняем оттуда автомобиль. У нас такая традиция, да, получается... летом, да. То есть мы любим ездить на дальние расстояния. Вы, ну и за рубеж тоже выезжаем. В январе, вообще после Нового года куда-нибудь в теплые края, да, да. Лето, с зимы в лето. Я люблю приготовить какой-нибудь неожиданный ужин мужу, потому что он у меня очень любит кушать всякое такое вкусненькое. Ну, вот. Всем, да, мужья-то любят. Ну, я еще не знаю, кто не любит поесть. А сейчас мы с вами сыграем в игру. Возьмите, пожалуйста, папочки. Угу. Вот. И отвечайте на вопросики одновременно. Кем мечтал Владимир стать в детстве? Раз, два, три. И выращивайте. Ой, ну здорово, да. Почти совпало. А что там? А, ну да, ну то же самое. Да, то же самое. В чем была одета Надина, когда вы в первый раз встретились? Так. Раз, два, три. О, да, все правильно. Серьезно? А что у тебя? А, да? Покажи. Да, да, да. Какая песня олицетворяет ваши отношения? А, ну одна. У нас их куча просто. Давайте выбирайте одну. Так, сейчас. Что? Давайте. На раз, два, три. Земфира, небо, Лондона, океан. Ну тут не отгадали, но ничего страшного. То просто у нас очень много. Это можно там бы перечислять. Ну вы настоящие молодцы. Поэтому я вас поздравляю. Спасибо вам огромное за это замечательное интервью. А с вами, дорогие телезрители, мы встретимся уже на следующей неделе в этой же рубрике. Итак, замечательная семья, мне кажется, можно по праву, да, брать примеры с замечательной семьи Надины Эльфис, да? А, замечательная женщина, артистка, мать, супруга, я думаю, кстати, многим телезрителям... Кстати, у нее бывают очень экстравагантные, такие шикарные наряды вообще просто. Ну, Маша, это все по своей теме, да? Маш, мы до ухода на рекламу с тобой поговорили вообще о женских комплексах и затронули тему того, что одна из самых главных таких проблем – это проблема лишнего веса. И сейчас мы бы хотели пригласить в студию девушку, которая вступила в борьбу с лишним весом, и она уже имеет потрясающий результат, и поэтому мы пригласили ее сегодня на наш эфир. Давайте знакомиться. Ольга Алексеева, леди саксофон. Привет, Оленька, присаживайся. Здравствуй, Оль. Всем привет. Ну да, я надеюсь, многие телезрители, наверное, узнали похудевшую леди саксофон, да? Оля, ну что, мы с тобой знакомы уже много лет, да, и я тебя видела в совершенно других формах. И здесь недавно, благодаря, ну, тем же самым соцсетям, я узнала, что ты вступила в борьбу с этим лишним весом. Ну, начнем давай с тобой, возьмем детство. Всегда ли ты была такая пухленькой? Да, я с молодых ногтей, что называется, с малых лет была пухленькой. У меня даже детство было... В детстве прозвище было соответствующее — Пончик. Пончиком. Да. То есть ты Пончиком. Но Пончиком была она у нас с детства, да? В каком возрасте это стало для тебя проблемой, и ты уже, ну, считала это вот своим главным комплексом? Ну, особенно в таком раннем возрасте меня это не беспокоило. Не беспокоило это меня до тех пор, пока не настал подростковый период, когда в классе мальчики стали превращаться в мужественных юношей, а девушки – фигуристых девушек с тонкой талией. Тогда я себе сказала, что нужно срочно что-то делать со своим телом. Это был 10 класс, и тогда я ограничила себя в еде довольно жестко.
и стала бегать по утрам и ходить на лыжах. Благо была весна. Угу. Вот, и на начало моих тренировок был вес 80 килограмм тогда, угу. А спустя 4 месяца 69,5. Оля, а рост какой? 164, как у Венеры Миловской. Вот, я хотела сказать, пропорции, то есть. А вот не было ли предпосылками вот к такому шагу, что вот неуверенность почувствовали, что кто-то из мальчиков сказал или там... Какой-то переломный момент. Да, потому что обычно же в этом возрасте это кто-то говорит такие вот слова. Ну, конечно, в школе, как и всем таким пухленьким детям, мне доставались не очень приятные эпитеты. Ну, это, да, подталкивало. Вот, между прочим, молодые люди... Знаете, что вы делаете больно. Ну что, вот, Оленька, хорошо, в детстве все было мило. Пухленькая булочка и так далее, да? В подростковом периоде уже стало немножечко проблематичнее. Тем дискомфортно. Более, да, дискомфортно, 80 килограмм, да? Немножечко оскорбляли одноклассники, взялась за себя. Далее, ну вот ты дальше живешь, живешь, живешь. Ну что случилось, почему вот максимальный вес твой каков был? А вот возвращаясь к одноклассникам, да, я mm-hmm. хотела сказать, что вот тогда, когда я похудела, я вообще была окрылена, я порхала как бабочка, я даже пришла на лыжной гонке первой по физкультуре. Я до сих пор так с улыбкой. Это, наверное, был стимулом, да, таким вот прям, чтобы взяться да, да, и да. продолжить, да, и не оставлять. И я с улыбкой вспоминаю удивленные лица моих худых одноклассниц и моего физрука. Потому что это было действительно нонсенс. Привет одноклассницам. Да, привет да? всем. И физруку, Зовите да? все. Отлично. Да. Ну, хорошо. А, ну, вот максимальный вес твой был каков? Уже вообще за жизнь, возрасте. Да? Да, да. 107 килограмм, это ужасно. 107 да, килограмм, конечно, да? И у нас есть, дорогие телезрители, фото Ольги Алексеевой. Ну, до, вот можете посмотреть, да? Нет, это не Ольга Алексеева. Нет, 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 не путайте, да? Хорошо, Ольга Алексеева у нас была пушечка такой, да? Да. Хорошо. У меня начинает... Ну, ты творческий человек, да? Вот выступать стала, да? Работая с таким инструментом, как саксофон, да? Здесь мы затрагиваем тему, видите, физического здоровья, ведь это тяжело. 108 килограмм. Как это сказалось на твоей работе? Ну, конечно, это было сложно. Ну, я не всегда, конечно, такой вес имела, но все-таки так он варьировался, да, в большую-меньшую сторону. Вот, и действительно, играть на саксофоне – это сложная физическая работа, mm-hmm. ежедневный труд. Вот, и ну, вот в последние годы я стала замечать, что мне стало тяжело. Ну, раньше, наверное, все-таки моложе мы все, да, были, mm-hmm. поэтому раньше не так сильно это... Оля, а вот еще же говорят, что оперные певцы и духовики, у них это, так сказать, профессиональный набор веса, потому что вот эта вот диафрагма участвует, и вы потом очень голод сильно ощущаете после игры. Это правда? Ну, да, потому что это действительно, ну, это физический труд тяжелый, и там опираться на вес есть такое выражение профессиональным. То есть как помогал вес на самом деле или мешал? Ну, мне все-таки больше мешал. Если небольшой там перебор, то как бы нормально допускается. А если уже там 20, 30, 40 килограмм, то это слишком. Ну, хорошо. А что касается эстетичности, да? Ну, ты все-таки выступаешь для многих, да, людей, для телезрителей, для, значит, публики огромной, да, на центральных площадях нашей столицы, в крупных, там, значит, концертных залах, да? Вот как, насколько тебе было комфортно или дискомфортно в своем вот так, в том теле? Ну, конечно, дискомфортно. Приходилось подбирать одежду соответствующую, чтобы скрывать недостатки, волосы распускать. Чтобы как-то прикрыть, да? Да-да-да. Оля, подожди, получается, вот эти знаменитые волосы леди саксофон, это что, способ скрыться, что ли, или что? Ну, отчасти. Отчасти, да? Ну, хорошо, вот Ольга, значит, скрывала себя, немножечко комплексовала. Это сказывалось на здоровье, на качестве безусловно. Работы. То есть лишний вес – это была проблема. Конечно. До какого момента? Что вдруг произошло, и вдруг наша леди саксофон решила взяться за ум, а точнее за свое тело? А вы знаете, мне вот захотелось двигаться на сцене больше. Угу. Если вот кто-то бывал на моих последних концертах, то видели, что я стала очень активно двигаться. То есть подтанцовывать, да? Да, подтанцовывать в том числе. И это мне удалось благодаря тому, что вот я скинула 12 килограмм, если вот считать вот от сотни, которая была в июне. Ты стала главной героиней проекта «Сила воли». Это очень такое интересное, да, название. «Сила воли». Что за проект и когда он начался? Да, «Сила воли», то есть «Сила во мне». Угу. С «е» на конце.
Честно говоря, этот проект, на этот проект я вдохновилась моих подруг, моих друзей. Потому что вот в июне, когда я встала на весы и увидела 100 на весах, я решила, что надо что-то делать вообще немедленно. Уже ждать нечего. Как говорит моя мама, лучше не будет, будет только хуже. Отлично. И то есть это, ты стартовал этот проект только в июне? Да. И в все, июне. Отлично. Дорогие телезрители, нам необходимо уйти сейчас на короткую рекламную паузу, а после мы поговорим о результатах «Леди Саксофон». И мы продолжаем прямой эфир программы «Город женщин». И сегодня мы говорим о некоторых комплексах женщин. И у нас в студии сегодня леди Саксофон, которая рассказала о своем таком комплексе. Да? Ольга Алексеева рассказала о том, что она вступила в борьбу с лишним весом. И лишний вес был для нее проблемой. Но результат поражает, дорогие телезрительницы. Берем пример с Оленьки. С июня месяца она стала активно заниматься спортом, а также стала правильно питаться и достигла результатов минус 12 килограмм. Ну, а отсюда поподробнее, да? Оля, ну, начался проект «Сила воли». Для чего вообще цель этого проекта какова? Честно говоря, я сначала хотела просто похудеть. Просто поделиться со всем миром, что вот я худею. И к тому же у меня еще такая была мысль, что ну вот если я всем об этом расскажу, то мне уже будет стыдно обратный ход давать. Угу. И это же позорище. Дать обещание, да, и не нарушить его, да? Да. Да. Значит, и ты практически чуть ли не каждый день и через день выкладываешь это все в социальные сети, дабы своим примером показать, что это все реально. Все возможно. И что это сложно. Да, борьба такая неравная с лишним весом. Но... То есть реально трудно? Трудно, конечно, трудно. Что труднее? Вот внутреннее желание вернуться, вернее не вернуться, а что-то съесть лишненького, где-то себя пожалеть? Или сильнее все-таки желание двигаться? Что обычно здесь? Вот утром просыпаешься, и тебе кажется, господи, да ну все. Или нет, я должна, там, я могу. Что быстрее возникает? По утрам-то наоборот, как-то силы есть, и хочется это делать, там, хочется бегать или ходить. А вот под конец дня уже как-то хочется что-то и вкусненькое запрещенное съесть. И не сделать там, не пойти на тренировку, бывает такое, но борюсь. Отлично. Ну и так, мы затронули тему того, что это был проект. То есть у тебя были помощники. Да, конечно. Моя подруга Екатерина Зайцева договорилась с тренером, у которого очень классные результаты по именно похудению своих подопечных есть, и поэтому я пошла к ней. Ну и давайте пригласим в студию этого человека, который помог тебе сбросить минус 12 килограмм. Давайте знакомиться. Преподаватель студии движения «Клевер» Зульфия Батыкшанова. Здравствуйте, Зульфия. Здравствуйте. Вы у нас человек, который вот взялся за леди саксофон, любимицу публики, и сказала, мы из тебя сделаем красотку, худышечку, стройненькую, да? Вот как вы принимали участие в этом проекте и с чего вы все начинали? С чего у нас все начиналось? Екатерина Зайцева попросила, познакомила меня с Ольгой и попросила принять участие в этом проекте. Мне это было очень интересно. Я тогда была в положении, глубоко в положении, как раз конец июня. И тем не менее мы взялись с Олей. Если бы не целеустремленность Оли, у нас не было бы таких результатов. Да, может, кто-то скажет, что 12 килограмм за почти 4 месяца – это не так и много, но я считаю, это поразительный результат, потому что, да, Оля скинула эти 12 килограмм, и я точно знаю, что они не вернутся обратно. Замечательно. Это, не вернутся. Он как-то закрепляется, да? Вы как-то фиксируете да, его, да? Да, он фиксируется. Какая замечательная новость. Оленька, значит, назад пути точно нет, да? Отлично. А что за студия движения «Клевер»? Вот расскажите про эту организацию. Прям название даже интересное. Студия движения «Клевер». Что за студия? Движение. Движение – это жизнь. Движение – это стремление. Студия движения «Клевер» вообще три лепесточка у него. Но у нас четыре, потому что четыре направления. Это есть фитнес, соответственно, я веду. Есть танцы Наталья Соколова. Есть диета. Оля сейчас подключилась. И есть дети, kids. Дети, различные мероприятия проводим. То есть вы работаете по четырем направлениям? По четырем направлениям, да. Отлично. Что касается фитнеса, вот насколько сложны эти тренировки и как часто
вы занимались с Ольгой? Ольга занималась почти каждый день. Но сразу скажу, что у нас тренировки были различного плана. Угу. Были аэробные тренировки и анаэробные тренировки. Аэробные. Оля утром вставала и бежала. Угу. Можете посмотреть силаволи.ру, угу. И там она как раз бегает. Демонстрирует, да? Свои пробежки. Есть анаэробные тренировки. Тренировки с различным оборудованием и собственным весом. Угу. Вот что тебе сложнее давалось, Оль? Тренировки на... Вот именно... Все-таки силовые. Силовые. Бегать мне было проще уже как-то. Я набегалась за всю жизнь. Видимо, навык остался. То есть силовые тренировки, они были тяжеловаты. Здесь включается вопрос про диетологию. Как уж вы сказали, уже Оля присоединилась и к этому направлению. А вот здесь, то есть вы контролируете питание, либо вы советуете, либо вы прям ограничиваете, либо учите правильному питанию. Мне больше нравится слово «рекомендую». Рекомендую. И у меня не правильное питание, а рациональное питание. Я стараюсь, чтобы донести до Оли информацию, как правильно питаться, рационально питаться. То есть у нас нет строгих диет, нет строгих ограничений, а есть какие-то рекомендации. Софья, вы как фитнес-инструктор сертифицированный, да, наверное, не раз встречались с женщинами, которые приходят к вам, ну, скорее всего, в большинстве случаев за помощью и со своими комплексами. Вот, конечно, помимо лишнего веса, какие комплексы еще бывают у женщин, которые приходят в фитнес-зал? Знаете, комплексов полно, и на самом деле лишний вес – это один комплекс. И вторая сторона монеты, когда девушка слишком худая, и ей хочется накачать попу, что-то порельефнее, чтобы было. То есть и такие проблемы такие есть? Такие тоже, конечно, да. И ведь это тоже комплексы? Это и... тоже комплексы. А вот насколько сложно морально заставить человека измениться? Заставить невозможно. Человек должен сам захотеть этого. Ну, то есть, когда он приходит в зал, он уже идет, наверное, с какой-то целью, да? Моя задача просто заинтересовать человека, чтобы ему было интересно, и чтобы он не бросал на полпути достигнутого. Вот. Самый главный вопрос. Ну, пришла, столкнулась с проблемой. Ну, вот идея-то хорошая. Похудеть, да, и либо набрать вес. Пришла, столкнулась с проблемами, и все, и просыпаешься, и говоришь, нет, я больше к ней не ногой. И такие случаи бывают? И такие есть, но сейчас у нас существует тренер 24/7. Если какая-то проблемная ситуация, если не хочется идти в зал, просто мне пишут, и я мотивирую дальше. То есть даже вот так вот онлайн, да, вы поддерживаете? Даже онлайн, конечно. То есть если немножечко депрессия какая-то, да, подустала, можно и написать, и позвонить вам, и вы отвечаете. Отвечу, да. Какая замечательная у нас Зульфия. Зульфия, ну хорошо, а что бы вы могли посоветовать вот девушкам, да, ну, которые, допустим, немножечко, может быть, стесняются, да, может быть, ну, комплексуют, да, вот что бы вы посоветовали как фитнес-тренер, как перебороть вот себя и прийти в спортзал? Знаете, надо просто вот сделать так, угу, и идти в зал. А там уже опытный фитнес-тренер. Шоры надеть. Шоры, да? Надеть, да. Как правило, девушка, когда приходит, она закомплексована, если она доберется до этого зала. Как только начинает мышцы чувствовать, у нее сразу, даже вот на следующий день или через день, когда мышцы начинают немножечко болеть, сразу глаза загораются, да, я чувствую результат, у меня там что-то болит. Уже вы так рассказываете, отлично. Мне просто неинтересно уже посмотреть. Практическая, хорошо, часть, да, от нашего фитнес-тренера Зульфии Батыкшанова. И, конечно же, леди саксофон, просим вас, покажите нам вот, ну, несколько упражнений с ваших тренировок, которые принесли результат. Так, практическая часть. Дорогие телезрители, присоединяемся к нам, смотрим, что. Так, Зульфия, так, рассказывайте. Угу. У нас есть замечательный мячик, называется фитбол. Садимся на него. Посерединке копчик смотрит вниз. Ножки чуть-чуть отставляем по ширине плеч. Упражнение на мышцы кора, на животик и на спинку. Подкручиваем таз и возвращаем назад. Вдох вперед, выдох назад. Вдох вперед, выдох назад. Старайтесь животом работать. Не просто подкручиваем, а животиком. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще 4. 3, 2, 1. Отлично. Ножки ставим чуть поближе. Распрямляем спинку, живот подтягиваем. Ягодички у нас уже работают. Теперь поднимаем ножку вверх и поднимаем, разгибаем. Вверх, разогнули, вверх, согнули. Вверх, разогнули, вверх, согнули. Очень хорошо здесь прорабатываются мышцы ножек наших.
Отлично, на другую сделаем. Вверх разогнули, вверх согнули. Вверх разогнули, вверх согнули. Не забывайте живот подтягивать. Хорошо. Еще два. И последний. Достаточно. Ножки мы чуть-чуть проработали. Боковые. Заваливаемся на мячик. Вытягиваем ножку, в одну линию выстраиваемся. Таз вперед вытягиваем. Носочек от себя. Поднимаем вверх, опускаем вниз. Старайтесь, чтобы ножка была полностью напряжена. Бочок плюс бедро. Можно... Такие упражнения можно делать и дома, на коврике? Да, я специально показываю упражнения, которые можно делать дома. Фитболы есть у многих. Это универсальное средство для похудания и для достижения определенных форм. Есть, допустим, вот постоянные онлайн-курсы, которые вы проводите? Еще раз? Онлайн-курсы постоянные есть, которые вы проводите? Допустим, начинаешь заниматься, включаешь, и вы там на другом конце уже тоже проводите. Мы сейчас это отснимем и выложим обязательно на силоволе. И в другую сторону. Оля, отлично. Прям уже... Да, Оля у нас профессионально уже уже профессионально это все делает. Возвращаемся. То же самое повторяем на вторую ножку, но я сейчас не буду показывать. И последнее упражнение – это планка на мышцы кора. Здесь главное не свалиться с мяча. Отходим очень мягко, плавно, фиксируем себя. Животик подтягиваем и просто стоим, держим. Можете выкатиться подальше, как вариант. Расставляем пошире ручки, если вы хотите грудные мышцы и ручки включить. И делаем отжимание. Вдох, опустились вниз, выдох, поднимаемся. Вдох, опустились вниз, выдох, поднимаемся. Если не получается пока уходить медленно и уходить глубоко, делаем это помельче. Отлично. Будем возвращаться. Оля, значит, вы вот такие упражнения сами проделывали? Конечно. Каждый день, да? Каждый день. Но я через вот даже наблюдаю это просто со стороны. Мне кажется, это настолько тяжело, Оль. А сколько времени, допустим, у вас ежедневно на тренировку уходит? Час. В среднем дома. Час. Дома тоже час. Зульфия, да. У меня вопрос такой. Ну вот, а чтобы достичь результата, сколько раз в неделю нужно ходить в спортзал? Хотя бы 3 раза в неделю должна быть активность, хорошая активность. Не менее получаса. Ну что ж, ну, спасибо большое, дорогие девочки, что пришли, на своем примере показали, да, что спорт все-таки это залог женского счастья и гармонии, да, со своим телом и со своей головой. Ведь когда ты в спорте, ты и счастлив, и физически, и духовно. Все верно? Да. Ну что ж, дорогие телезрители, на этом мы уходим на небольшую рекламную паузу. Оставайтесь с нами, мы обязательно продолжим тему. Ведь сегодня мы говорим о женских комплексах и о том, как с ними можно побороться. Оставайтесь с нами. Итак, мы продолжаем наш прямой эфир, и мы в городе женщин. Сегодня поднимаем такую очень актуальную тему, как женские комплексы. К сожалению, этих комплексов очень много. До ухода на рекламу мы поговорили о важном комплексе, как комплекс лишнего веса. И у нас в студии был преподаватель студии движения «Клевер» Зульфия Батыкшанова, а также леди-саксофон, которая вместе в тандеме с фитнес-тренером добилась блестящего результата и потеряла 12 килограмм за 3 месяца. Я думаю, замечательный результат. Возможно, для кого-то это станет мотивацией, дорогие телезрители. Ну, а мы продолжаем. Машенька, как же там наша сумочка без комплексов? Заканчиваю. Отлично. Мария у нас сегодня творит у нас сумочку, да? Сумочка называется «Без комплексов», и совсем скоро мы увидим ее результат. Но, к сожалению, Маш, комплексов у женщин много. Обсудить все мы их не можем. Не успеем. Но мы обсудим сейчас одно лекарство, которое может излечить множество комплексов, и это танец. Ведь действительно танец, пластика, потрясающие костюмы, наряды, музыка —
Все это может разбудить любой женщине ее истинную сущность. Мы, кстати, с тобой сегодня станции начали. А также позволит, танец всегда позволит полюбить себя, свое тело и свой внешний вид. И поэтому сегодня в студию мы пригласили преподавателя школы танцев «Дива» Диану Лобанову. Дианочка, проходите к нам. А, Диана у нас преподаватель школы танцев «Дива». Здравствуй, Диана. Красавица! Здравствуй. Здравствуй! Дианочка, расскажи, пожалуйста, про вашу школу танцев «Дива». Ну, ее любят многие, я честно скажу. И уже давно слежу за вашей работой. Расскажи немножечко вкратце о вашей школе. Ну, у нас школа находится, я расскажу про адрес сначала, да, торговый центр РЛ, Крупская, 13, на третьем этаже. В нашей школе есть очень разные направления. Такие направления, как восточные танцы, американский трайбл-стиль, трайбл-фьюжн, боди-балет, даже йога, классическая хатха-йога и, конечно же, детские направления. То есть танцы у нас любят все, да, от мала до велика. Да, конечно. Ну и тогда, возвращаясь к нашей теме, комплексы. Ну, мне кажется, практически, наверное, каждая девушка, которая приходит к вам в школу, она приходит с какими-то все равно комплексами, да? Вот как танец способствует вот раскрепощению? Угу. Ну, у нас, конечно, есть разные ученики, ученицы, которые приходят к нам. Ну, не знаю, как насчет комплексов, они, конечно, об этом не говорят, но танец меняет их жизнь вообще полностью. Они совсем другие становятся после того, там, допустим, 3 месяца позанимаются, и человек вообще меняется вообще в целом. И даже внешне, да? Даже внутренне, да. Что внутренне. Через 3 месяца где-то можно увидеть результаты, да, раз да, они... конечно, у нас где-то курс вообще танцев где-то 3 месяца, но уже результаты можно увидеть через 3 месяца. Чем дольше человек занимается нашими танцами, тем с каждым разом он меняется все лучше и в лучшую сторону. Ну, бывают ли такие случаи? У меня возник вопрос тут. Значит, к вам приходят, возможно, люди, у которых нет слуха. Что с этим делать? Ну, вообще, я считаю, что такого нет, что у человека нет слуха. Естественно, слух есть у всех. Ну, я, допустим, это мой личный вывод, что я могу сказать, допустим, человек, который пришел к нам заниматься. И всегда есть такая ученица, которая говорит, вот я ничего не слышу музыку, у меня нет слуха, у меня не получается. То потом проходит время. Это все комплексы. Я считаю, что это все те же комплексы. Человек закрытый. Да, стесняется, человек закрытый. И нашла себе оправдание. А потом, когда... Я не буду. А когда приходит к нам на занятия и открывается со всеми своими фибрами, естественно, он начинает и слышать музыку, и чувствовать ритм, и вместе двигаться с музыкой, вместе с нами. А что касается, если, допустим, девушка немножечко, ну как вот нам Ольга Алексеева, леди саксофон, говорила, пухленькая, здесь... Как она себя находит в танце? Ой, у нас вообще нет никаких ограничений. Ни в возрасте, ни в физической какой-то форме. Любая абсолютно девушка, женщина может к нам прийти заниматься танцами, и у нее будет все прекрасно. А у меня сразу встречный вопрос. Да, вот часто очень визитные карточки восточных стран входят в восточный танец. И часто там такие вот женщины в теле, прямо скажем. Вообще, на самом деле, приветствуется или нет для восточного танца тело? Ну вот, я как уже повторилась, у нас нет никаких ограничений. И нет, я сказала, приветствуется или нет. Вообще, любая фигура приветствуется, любая абсолютно. Ограничений нет, Машенька. Так это счастье. Да, и люди заниматься фигура. Восточными танцами, там берут всех. Мы поговорим о восточных танцах, да? Здесь, конечно, эмоциональный фон очень важен, да? То есть восточный танец – это ведь не просто техника, да? Это душа, это вот именно какая-то нотка женственности, да, наверное? Конечно. Каждая девушка начинает чувствовать себя красавицей, именно танцуя восточные танцы. Вот это направление. Расскажите поподробнее о восточном танце. Ну, я могу на своем примере рассказать, да? Когда-то давно, как и у всей, как у любой девушки, женщины, у меня были свои тараканы, свои комплексы, да, до занятия танцами. Когда я пришла заниматься танцами, у меня все это исчезло, вообще исчерпало. Каким образом, я расскажу. Вот когда я прихожу на занятия, в течение часа я нахожусь перед зеркалом, да, я на себя смотрю и вижу те движения, которые я выполняю. И я вижу, что у меня получается очень красиво, что это женственно, что у меня появляется пластика. На каждом движении у меня появляется какая-то пластичность, получаются движения. И все это очень плавно и красиво. И таким образом внутренний мир начинает меняться, потому что я начинаю в зеркале любить себя.
я на себя смотрю и люблю. Мне нравится то, что я делаю. Дианочка, ну ни для кого не секрет. Это довольны собой. Ни для кого не секрет, что восточные танцы, но это уже доказано с медицинской точки зрения, они полезны для женского здоровья. Об этом можно говорить, наверное, часами. Да, но вот как восточные танцы и вообще танцы влияют именно на женское здоровье? Они, ну, как вы уже сказали, очень полезны для здоровья. Каким образом они влияют? Вообще, получается, это общий дренаж внутренних мышц, потому что мы работаем теми мышцами, которыми мы в обычной жизни не работаем, mm-hmm. да? Получается, мы работаем мышцами живота, мы работаем грудными мышцами, mm-hmm. плечами. В обычной жизни мы это же не используем. Mm-hmm. Ходим, да, очень полезный, да. Даже вот эти движения знаменитые. Бедрами, это все очень да? полезно это для здоровья. Очень... Да, это целый, я же вот говорю, дренаж такой внутренних органов. И здесь возникают ли какие-то противопоказания? Ну, противопоказаний таких точных нет. Ну, беременность, естественно. Угу. Это тоже, если, допустим, врач разрешает, то, пожалуйста, приходите заниматься. Это уже... с консультацией врача. А угу. так таких прямо каких-то групп, там противопоказаний нет. Можно заниматься всем. Диана, а скажи, пожалуйста, вот что бы ты посоветовала девушкам, вот как преподаватель именно школы танцев, опытный преподаватель, вот что нужно сделать девушке, чтобы все-таки поднять себя с дивана и попробовать прийти в школу танцев и найти себя там? Возможно, никогда не танцующая девушка сейчас сидит у наших телеэкранов. Вот что же, как? Смотивируй, пожалуйста. Ну, вывод вообще очень простой. Во-первых, нужно взять телефон в руки и позвонить к нам в школу, угу. Чтобы добраться, чтобы узнать, какое у нас расписание есть. А дальше, когда вы приходите, вы, наверное, точнее, мы научим вас не только избавиться от комплекса, да, а научим любить себя. Любить себя с разных ракурсов, любить себя в разных движениях. Вы будете любимы, и, пожалуйста, welcome к нам в школу. Итак, дорогие телезрительницы, обязательно попробуйте, да, хотя бы попробуйте да, начать конечно. Заниматься танцами, потому что танцы, ну, это прекрасно, да. Мы, наверное, с Машей отправимся в ближайшее время в школу танцев Дива, да, попробуй, Маш. Но мы все рок-н-ролл танцуем, а нужно нам что-нибудь покрасивше, да. Машенька, возвращаясь к тебе, покажи свое творение. Сейчас, ты готова? Секунду, у меня тут немножечко... Отрезаю лишнее, как скульптор от камня. Итак, Маша у нас заканчивает сумку. Изготовление сумочки, которую она назвала «Сумка без комплексов». Так, ну вот, все. Все, отлично, благодаря Маша тому, готова. Что ткань не сыпется, вот у нас такая баульная сумка получилась, которая, ну, если хотите, скроет ваши какие-то неровности на теле или, наоборот, выделит вас. Очень удобная. Вы открываете вот в походе, допустим, там по городу. Очень легко достать. А мне кажется, здесь нужно все свое ношу все с собой. Все свое ношу с собой. Вот, все, она готова для того, чтобы все, что нужно. Отлично. Ну, а мы возвращаемся к нашей гости, к Диане Лобановой, преподавателю школы танцев Дива. Я думаю, многие телезрители сейчас хотят воочию посмотреть этот прекрасный танец. Просим.
Дорогие телезрители, на этом время нашего эфира подходит к концу. Дорогие девушки, не забывайте о том, что все комплексы мы придумываем сами. Поэтому любите себя, цените, уважайте, восхищайте своей внешностью, и все у вас будет отлично. До новых встреч. Всего доброго.